Воин света созерцает две колонны, стоящие по обе стороны от двери, которую он намеревается открыть. Одна зовется страхом, другая носит имя желание. Воин смотрит на первую и читает выбитые на ней слова: «Ты вступишь в пределы неведомого и опасного мира, где ничто из того, что ты открывал доселе, не пригодится тебе и не поможет». Воин переводит взгляд на вторую и читает на ней: «Ты покидаешь пределы познанного тобою мира, где остается все, что ты всегда любил и за что всегда сражался». Воин улыбается, ибо ничто на свете не может испугать его, и ничто не в силах остановить. С уверенностью человека, знающего, чего он хочет, воин открывает дверь.